Здравствуйте, уважаемые участники группы Good House, организаторы группы. Вот такая вот чудо-банька у нас появилась на участке. Это у нас деревня вблизи нового источника, Вологодский район. Это квадро 5 метров. Установили на сваях, потому что участок бывает подтапливает. Не можем похвастаться сухостью, потому что граничим прямо с рекой. Так, давайте я вам покажу, как мы соорудили такую лестницу. В принципе, если вас не топит, если у вас сухой участок, наверное, вот этих блоков, на которые устанавливают, будет вполне достаточно. Не придется выдумывать всякие лестницы. Так, давайте посмотрим, что у нас внутри. Двери у нас плотные. Как и обещали, очень хорошо закрываются, открываются. Такая у нас комната отдыха. Уберем перчатки. Так, вот окошечко у нас такое сделано, замечательное, чтобы природой любоваться. До 7, в принципе, вполне достаточно, чтобы отдохнуть. Розетки, выключатели, в принципе. Все хорошо работает, все светит. Так, это у нас помывочная. Вот здесь вот мальчики нам очень большие молодцы. Все хорошо и быстро сделали. Установка была на участке. Горячая вода вот здесь вот у нас. И мы вывели холодную воду прямо из колодца. В принципе, очень удобно, я думаю, будет нам мыться здесь. Это у нас дверь в парную. Сегодня у нас как раз ванный день. Поэтому печка вовсю топится, уже очень жарко, хотя прошло всего 40 минут. Вот такие у нас V-образные лежаки, пологи. Все обработано. Ну, еще, конечно, надо обработать трапики, потому что они быстро пачкаются, и на них очень много воды попадает. Печка вот такая у нас Везувий. Взяли мощную. Вот. Топит очень, поэтому быстро. Положено аж 100 килограмм камней. Вот эта топка у нас такая. Открывать пока не буду, потому что там все парит и горит. Тут уже, не знаю, градусов, такое ощущение 60. Скоро можно будет буквально полчасика идти уже париться, потому что если поддать немножко, очень-очень жарко здесь и хорошо. Вот какая-то такая у нас банька.